Очный формат у нас в городе проходит 5-й раз. Не считая прошлого года, когда мы писали в формате «Пишем дома». Поэтому здесь сейчас мы собираемся 5-й раз в 2 залах Центральной библиотеки. Сколько человек? Примерно 40-45. Вот так. Что это за люди? Каких возрастов? Есть у нас гайчане, которые уже не первый год пишут, приходят каждый год к нам. И много новичков сегодня у нас. Мы очень рады. Расскажите про текст, кто его автор и, на ваш взгляд, сложный ли он? Автор текста – современник наш, писатель известный Дмитрий Глуховский, автор «Метро», да, если кто да, знает. Да, 2013. Текст состоит из 5 частей, 4 из них пишут «Наша планета», пишет в разных частях света. Мы пишем вторую часть, да. Называется она «Фата». Это история о семейной преемственности поколения, о женщине, которая выбрала, ну так скажем, семью вместо карьеры. А что из этого получилось, надо посмотреть онлайн 5-ю часть, попробовать ее написать и узнать, чем же закончится эта семейная сага. Сегодняшние участники тотального диктанта в ГАЭ, когда они узнают свои результаты? 16 апреля в 5 часов мы приглашаем всех, кому нужно узнать оценку, и всех, кто хочет получить сертификат участника. Сюда, в Центральную библиотеку. Да.